Добрый вечер. Здравствуйте. Вы откуда? Я Григорий из Санкт-Петербурга. Санкт-Петербург. Молодец. Молодец. Вы знаете, многим может показаться, что это не мой жанр, что в принципе у меня гораздо более, так сказать, там, мягкая музыка. Я сразу с первых нот понял, что это ваш жанр. Но музыка, она границ не имеет, и жанры, они все равно весьма условны. Просто настолько вы это музыкально делали все, и то, что у вас хороший вкус, это говорит о многом, и это очень важно, это 50% успеха. Вот за этот короткий промежуток времени вы успели рассказать и о боли, которая во всем этом есть, и показать драйв, и удивительные вокальные качества, которым, мне кажется, подвластны разные жанры. И мне кажется, и вам интересно, и мне интересно будет с вами поэкспериментировать и зайти, что называется, заплыть за буйки чуть-чуть, попытаться. Поэтому я очень рад, что я решился так. Я могу сказать всегда, когда Костя говорит, это уже поэзия. Просто все, что он говорит, я это вообще за весь как проект, тост всегда. Как тост. Анечка, это думаешь, почему я все записываю в блокноте? Да, просто это как он это говорит, никто просто, так сказать понимаете. Не может. Я просто могу сказать, что вы потрясающий певец, артист. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Нам очень понравилось. Я искренне рада за Костю. То, что он нажал кнопку, это дорогого стоит. Вы в проекте «Голос». Спасибо большое. А кто эти люди, скажи, пожалуйста. О, эти люди, это моя семья, моя мама, брат, отчим, моя девушка Анна Елизавета и мои старые друзья. Они разделяют ваше увлечение, ваше хобби, ваш выбор жизненный? Где вы учились музыке или вы просто поете? Я особо никогда не учился, я последний год пошел только к преподавателю по вокалу. Пользуясь случаем, передаю ему привет и огромное спасибо. Значит, вы природный талант, просто бриллиант. А меня очаровала вот невероятная легкость, с которой это было исполнено, так вау, в проброс, и это всегда подкупает. Возьмите нате, так сказать. Круто. Спасибо большое вам. Спасибо. Добро пожаловать в проект.